Решил приклеить дефлекторы зеркала заднего вида. Имеется у них лента, двусторонний скотч. Фишка в том, что вот так вот на зеркало нет смысла наклеить. Клеить нужно на внутреннюю сторону. Как туда добраться, чтобы сделать в таком вариации? Берем что-нибудь не острое. Я вот взял такой инструмент. Подлазим снизу под зеркало и его отщелкиваем с держателя. Ну, вот зеркало у нас в руках. Вот то, что находится внутри. Берем обезжириватель. И вот эту вот всю сторону внутреннюю обрабатываем обезжиривателем. Хорошенько стираем. Примеряем дефлектор, куда мы будем его ставить, откуда и докуда. Он хорошо поддается изгибам. Вот, в принципе, вот так вот можно установить. Снимаем ленту защитную со двустороннего скотча. Поддеваем два края, один и второй. Хвостики выпускаем наружу. И аккуратно наживляем. Ленту потихоньку стягиваем. Упираем портиком в рамку. Вот практически мы всю ленту сняли. Теперь осталось прижать. Прижимаем мы хорошенько, чтобы у нас при тряске наш дефлектор не отпал. Можно пальцем прогладить. Ну вот так вот у нас внутри выглядит дефлектор. Так снаружи. Ну все. Ставим зеркало обратно, защелкиваем. Проверяем, зеркало зафиксировалось или нет. Все точки нажимаем. И все. Теперь можно его опять же регулировать. Если сейчас регулировать зеркало, да,
можно видеть, что у нас ничего не мешает нашему дефлектору. Одели второй дефлектор. Сейчас аналогично защелкиваем на него зеркало.